Без долгов и с чистой совестью. Традиционная акция «Внимание, должник» компании «Энергосбыт Плюс» на этот раз прошла в Новокуйбышевске. Ее цель – помочь клиентам урегулировать свою задолженность за тепло. У тех, кто оплачивает отопление и горячую воду, нерегулярно набегают пени. Погасить задолженность становится сложнее. Специалисты «Энергосбыт Плюс» готовы к диалогу с каждым клиентом. Акция проходит регулярно. Благодаря ей клиентам компании есть возможность обратиться напрямую к энергетику, чтобы уточнить по платежам и по выгодному урегулированию задолженности. Анжела Веденина за отопление и горячую воду платит аккуратно. Как приходит квиток, сразу платим. Если вдруг возникают какие-то вопросы, я прихожу в офис и все узнаю. Ульяна Рожнева говорит, оплату производит в личном кабинете. Раз в квартал приходит в офис, чтобы сверить все показания. Конечно. Обязательно. Долгов вообще не должно быть. Очень удобно, все присылается в личный кабинет. Отправляю показания, получаю счет, оплачиваю. Энергетики напоминают, тепло нужно оплачивать своевременно и в полном объеме. Если же образовалась задолженность, специалисты компании подскажут оптимальные решения и предложат индивидуальный график платежей. Виктория Шара, Константин Головин. События.